На правом берегу Урала 300 лет назад была основана крепость, положившая начало городу Гурьеву. За годы советской власти Гурьев стал центром нефтяной и рыбной промышленности. Новый промышленный район возник на левом берегу Урала, и вместе с ним стал расти новый город нефтяников, город красивых улиц, светлых и просторных домов. Сооружаются дома из нового строительного материала гипса. Кирпич из демпферного гипса прочен и удобен для строительства. Украшением города, его гордостью, является новый театр, построенный в этом году. Это настоящий дворец культуры. Комсомолец Иван Цуханов прославился трудовой доблестью на строительстве театра. Растет и благоустраивается город Гурьев.